Добро пожаловать, мои дорогие друзья, мы с вами вернулись в Fallout Shelter, ПК-версия, Steam-версия. Вы, в принципе, очень давно меня просили, Дашуль, поиграй, нам очень понравилось, поиграй. Ну, я же не могу вам отказать, поэтому сегодня мы с вами поиграем, посмотрим, как же тут мое убежище под номером 173. Кто не знает, Fallout Shelter теперь доступен в Steam'е. Поэтому, если вы захотите, заходите, качайте, он бесплатный. Беременная жительница скоро родит. Нажмите на значок над ее головой, чтобы принять ребенка. Окей. Так. Скоро родишь? Давай рожать. Давай рожать. О, гордые родители. Дэниел Росс и Генри Оуэнс. У нас родилась Джин Росс. Да мне и так устраивает. Мало свободного времени. Место, господи. Так, посмотрим по характеристикам. К нам прибежали три человечка. Оу. У нас он умер, друзья мои. И мы его восстановить уже не можем. Ну, что поделаешь. А у меня что, есть выход? Нет у меня выхода. Посмотрим, что у нас по характеристикам. Так себе, так себе, так себе. Ну, понятное дело. Так, что ты у нас? А2, П2. Нормально. А вот этот товарищ, точнее, товарищиха. 1П2. Значит, ты идешь сюда. А ты у нас пойдешь сюда. Я смотрю, что у нас все счастливы. Все реально счастливы, что они у нас отправились по делам. Но знаете, денежек-то у нас маловато. А вот у нас еще одна беременная. А, ты просто беременная. Блин, я думала, ты уже готова там, например, рожать. Но нет, к сожалению. Давайте посмотрим, кто у нас тут есть еще один с харизмой. Карен? У Карен высокая харизма? Слушай, может ты, по идее, это, ну, пофлиртуй? Хотя у тебя не такая уж высокая харизма. У тебя П высокая. Может нам ускориться попробовать? Давайте попробуем. Угу. Ну что, ребятки? Успех, прекрасно, денежки. Денежки подвалили. Счастье какое. Так, беременная. Иди-ка, наверное, вот сюда. Будешь у нас тут работать. Я так понимаю, что вы разного возраста, и, наверное, ты не привлекаешь нашего молодого человека. О, вылез еще и стартовый набор. В этом наборе есть все, что нужно, чтобы привыкнуть к жизни под землей. Да нет, спасибо. Господи, я же испугалась, куда нас кинула. Девочка ходит такая, знаете, беспонтовая. А что это вы тут делаете? Чем вы тут занимаетесь? 434 крышки у нас есть. Что мы можем с вами построить? Медпункт, мне нужно 14 жителей. А сейчас у нас 13. Никто не хочет к нам прийти? Ребята, ау, люди, приходите к нам в гости. У нас прекрасное убежище. Что-то я смотрю, что эти не особо хотят пофлиртовать. Окей, давайте я сюда отправим. Потом тебя сюда. Ну? Флиртовать будем, не? Смотрите, они стали в разных комнатах. И нифига, не хотят. Печально. Так, нам нужны еще дети. Ладно. Стоп. Ну, наконец-то. Ну, наконец-то до него дошло, что нужно как бы пообщаться, пофлиртовать. Я уже не надеялась. Так, тут у нас барышни пьют, отдыхают. У этой даже через... Этот самый, через столик ручка прошла. Ну, ничего страшного. Девочка у нас тоже гуляет. Так. Оу-оу-оу-оу-оу. Рат-тараканы, друзья мои. Рат-тараканы нападают. Так, стоп. Ты сиди здесь. Ты помогай. Куда ты собралась, дура? Я тебя не отпускала. Пока ты бежала за своим оружием, они снова флиртуют. Так, а что у нас по показателям? Ну, так себе. К нам больше никто... Слушайте, а когда у нас радиорубка будет доступна? У, 20 жителей нам нужно. И где мне по-машему взять 20 жителей? Печалька. Эти работают хорошо. Нам бы побольше детей. Да поскорее. Беременная, когда ты рожать собираешься? Не скоро. Я так понимаю, что у нашего ребенка, конечно же, оружия нет. Вообще никакого. О, сколько же тебе расти-то? Ну, смотрите, уже флиртуем по полной. Может, кто-нибудь прибежит? Люди, ау. Никто не хочет к нам бежать.
Может, нам тут ускориться? А, у нас прямо сейчас все, у нас 20 секунд осталось. 434 монеты у нас есть. 434 крышки. Но улучшать жилую комнату я не думаю, что есть смысл. Кафешка дорогая. Тут тоже дорого. Да у нас все пипец, смотрите, какое дорогое. А дверь убежище и то 500 симолеонов. Ой, симолеонов. Господи, ребят, я уже в Симсов заиграла. У меня уже симолеоны здесь. Это нормально. Так, забираем еду. О, мы с вами задание выполнили. Чудесно. Потушить один пожар. Да пожалуйста, мы сейчас пока воду будем тут набирать. 100 единиц. Надо попробовать. Так-с. Ускорение. Попробуем. Чудесно. Собрали. Тут все тихо. Люди. Ну, хоть кто-нибудь. Ну, пожар. Воу. Друзья, вот наш пожар. Так, бегом тушить. Стоят, тебе записывают. Я их отправляю, они себе отдыхают там. Смотрите, по-моему, он цветочек пытается подарить. Девочка на них так смотрит, типа, эй, вы что тут делаете? Беременная прибежала. Потушили, молодцы. 25 крышек. Выдать оружие. 400 единиц энергии. Нифига себе. Так, ну хорошо, давай кому-нибудь выдадим. Ух ты, смотрите. Слушайте, откуда у нас столько оружия? А, мы же с вами открывали, точно, блин. Хорошо, возьми лазерное оружие. Отлично, крышки. 100 единиц пищи, 100 единиц воды. Так, ребятки, мне кажется, нам нужно кого-нибудь отправить. Нам нужно кого-то отправлять. Кто у нас тут более-менее такой? Марк Дункан. Не хочу тебя отправлять. Прости, Марк, но мне тебя будет просто жалко. По уровню давайте посмотрим. Энн Кроуфорд. Энн. Ну давайте, может, Энн отправим. Одежды у нас никакой нет, но мы можем ей выдать, например... Например... Плазменную винтовку жалко будет. Давайте лучше на этот ствол. И беги, пожалуйста. Лечилок у нас тоже особо нет. О, рад тараканы, друзья. Ну, сражаться будем? Рад тараканы, это не очень хорошо. Бегом, ребята. Есть, молодцы. Наша беременная все орет и орет. Мне вот не нравится, что у нас со здоровьем проблемы. И лечилок у нас особо нет. Ну что же, в путь. Ну давай, в путь отправляйся. Надеюсь, я смогу найти дорогу назад. Я тоже надеюсь, что ты к нам вернешься. Без тебя нам будет очень плохо. Вы поцеловаться, обняться не хотите? Потанцевать, например. Нам нужен кто-нибудь очень сильно харизматичный. Но у нас харизматичных персов пока что нет. Может нам ускорить... Слушайте, а что нам там еще нужно выполнить? Энергия, вода и пища. В общем, как обычно все. Давайте ускоримся. Отлично. Тут у нас везде по 4, по 3 персонажа, и тут двое. В принципе, можем попробовать ускорение. Давайте попробуем. О-оу. Так, кто прибежит? О, рад тараканы, я так и думала. И ты беги. Бегите, дамы, помогайте. Тут их что-то слишком много вылезло. Ну, понятное дело, комната большая. Блин, мышка, не шали. Есть. Все убили, все счастливы. Но у нас, ребятки, к сожалению, слишком много раненых. Как видите, у нас по показателям здоровья. Давайте посмотрим. Глория Сноу. Дункан. Блин, Стефани вообще скоро умрет. Это плохо. Вот эта барышня, когда умрет, это будет совсем нехорошо. Давайте ее костюмчик передадим вот этой мадамке. Пусть она у нас будет удачливой. Ну, может быть, вы потанцуете наконец-то. Ну что, вам сложно, что ли? Так, есть ли смысл вас ускорять? Не-а, пока что нет. Мало у нас с вами энергии, друзья мои. Очень и очень даже мало. Обнаружено существо, Дутень.
подлетавший на опасно близкую дистанцию. Дутень хочет напасть на меня. Мне удалось убить Дутня. Он разлетелся на 1000 кусков. Отвратительно. Получен опыт. Ну ты молодец. Мы хорошую такую бабу выбрали. Правда, вот оружие мы ей дали не самое лучшее. Ну ничего страшного. Мы же знаем, что она и так справится. Так, вы тут что делаете? Крутится. Ну, крутись. Маленькое у нас пока что убежище, но, знаете, пока что народу достаточно. О-о, друзья мои, у нас нападение ротараканов снова. Так, забираем. У нас тут все всякие ништяки повыпадали. Нам нужно быстро всех спасать. Бегом, давайте. Слушай, ну, Бобёна, ну, помоги же своим друзьям-то. Быстро. У них уже и так со здоровьем проблемы. Ну же, давай. Есть. Фух. Может, там кто-то придет. Так, что у нас по заданиям? Отлично, мы воду собрали. Повысить уровень счастья. Так вот я этих пытаюсь повысить им уровень счастья. Но они что-то себе не хотят особо его повышать. 995 у нас, кстати, есть крышек. Но мне нужен новый человек. Чтобы мы лабораторию могли с вами открыть. Но пока что у нас нет нового человека. Блин. Может, ты родишь как можно скорее? Сколько тебе еще быть беременной? Непонятно. Сколько тебе еще быть маленькой? О, тебе еще маленькой быть очень долго. И это, конечно же, нифига не радует. Ух ты, 15 этих самых у нас уже есть. Опять Дутня встретила. Уровень счастья. Как я тебе повышу уровень счастья, уважаемый мой житель? И снова рат-тараканы, друзья мои. Снова у нас рат-тараканы. И теперь у нас, кстати, появилось новое задание. Так, ты помогай. Слушайте, уже не надо помогать. Значит, теперь у нас новое задание, нужно выдать оружие двум жителям. Ну, давайте, как обычно, схитрим немножко. Тебе плазменную винтовку дадим. А тебе, например, револьвер. Все? Выполнили? Мы с вами молодцы. Выдать двум жителям оружие обрез. А у нас он вообще есть? У нас есть только пневмат, к сожалению. Знаете, такое задание для новичка. Выдайте всем обрез. У нас такое ощущение, что эти обрезы везде валяются. Блин, 15 крышек только нашла. Девочка гуляет у нас. Ну, прекрасно. Вообще отлично. Может, вы уже пофлиртуете наконец-то. А что у нас, в принципе, из оружия есть? Давайте на склад заглянем. Так, пневматическая. Усиленная. Ну, понятно, как обычно все. Давайте-ка, может, еще еду ускорим. Поехали. О-оу. Пожар. Пожар, друзья мои, пожар. Пожарище. Тушим, девочки, тушим. Я верю в вас, что у вас все получится. Ваша подруга, надеюсь, успеет вплатиться? У тебя коленка горит. Родная моя, коленка горит. Ну, хоть справились. Так, что у нас? 15. Пока что все те же 15 монеток. 15 крышечек. Может, нам девочку куда-то убрать? Девочка, а ты вообще убираемая? Я даже девочку взять не могу, как вы видите. Я просто думала убрать ее, чтобы она тут взрослым не мешала. Мало свободного места. У нас костюмов нет. Хлама пару штук. Питомцев нет. Где ж тут мало свободного места-то? Печалька какая-то. Дайте мне кого-нибудь из людей. Что у нас еще по заданиям? Значит, повысить уровень счастья и выдать обрез. Угу. Но скипнуть мы уже эти задания не можем, правильно? Ну да. С помощью ядер колы только можно. Печалька. У нас ее нет. Отмена. Прошу прощения. О боже. То у нас тут пожар только что был, теперь у нас рад тараканы. Так, барышня с оружием. Можешь уже никуда не идти.
Тут я смотрю, эти три барышни бравые. Они у нас так отлично справляются со всякими уродами. Если мы тут ускоримся... А нет необходимости. Уровень. Ну, теперь у нас хоть 6-й уровень есть. 1076 крышек. Чудненько. Ну, кто-нибудь, придите к нам, пожалуйста. Блин, никто не хочет, ну. Наказание какое. Может, ты родишь побыстрее? Давайте ускоримся. Есть! Успех! Успех-то всегда хорошо. Что-то у них такой медленный флирт. Может, он понимает, что у них никогда ничего общего не будет. Она уже старая, седая. А он молодой. Весь такой у нас жеребец. Барышни себе оттыкают. Что бы нам еще построить? У нас уже все построено, кроме кладовой. Я не хочу ее пока что ставить. Ну, потанцуйте вы уже. Пригласи ее на медленный танец. Купи цветочки. Что у нашей барышни, которая путешествует? Пока что все те же 15. 15 крышек. Слава богу, на наш... Этот самый, на наш бункер еще никто не нападает извне. Вот это была попа. Хотя, знаете, наверное, нам стоит все же... Нет, пока строить не будем. Я просто надеюсь, что, может быть, кто-нибудь прибежит, и мы сможем с вами медпункт... Оу, ну да, размечталась. Беги быстрее, помоги нам тут. Она, знаете, бежит сначала в одну комнату, потом в другую. Да, ребят, выживание сложнее, чем обычный режим. Реально сложнее. Тут нужно все продумывать до мелочей. Ну, человечек, приди ко мне. Оу, видели, что у них по половинке здоровья-то осталось? Ну, вроде бы они уже к флирту точно перешли. Так, девочка у нас просто ходит. Какие-то у них радиоактивные тут яблоки. Ку-ку. Что ку-ку, что не ку-ку. Никого нет. Ни ку-ку нет. Печальненько, мне кажется. Надо посмотреть, что у нас там по заданиям интересного. Что же, что же? О, уровень. Круто. Мы с вами повысились. Что у нас тут есть интересного? Значит, нам нужна пища. Счастье и обрез. Счастье... О, друзья мои, наконец-то они танцуют. Боже, неужели? Неужели вы сейчас поцелуетесь? Неужели мы с ребятами дождемся этот момент, когда наконец-то у вас вспыхнет искра, и вы... Ну, уберите детей от экранов и все дела. Ускорение. Давайте ускоримся. Пока они там танцуют. Ух ты! Сделали! Я-то думала, сейчас опять у нас ошибка будет. Должен родиться один ребенок. Блин, да ладно! И за это нам дадут 25 крышек? У тебя прекрасные глаза, детка. Ты просто секси. Просто секси-персик. Она ему, интересно, комплимент хоть какой-нибудь сделает? Мадемуазель? Или комплимент это не в вашем стиле? Ладно, фиг с вами. Жалко эту барышню. О, ну что? Блин. Я думала, они уже готовы. Тут никого нет. У нас всего лишь 15 крышек. Плохо. Мне эту барышню жалко, она такая одинокая здесь. Девочка, смотрите, они танцуют. Девочка стоит такая на них, смотрит, типа, эй, а что это взрослые-то у нас делают? О, боже. О, ребят, да ладно. Да ладно. Неужели получилось? Они поцеловались. Господи, наконец-то у нас будет ребенок. Житель должен вести разведку в пустоши в течение 2 часов? Серьезно? Блин, долгонько как-то. Сколько ты там уже, 2 часа пробыла? Блин, да как так-то, всего лишь 20 минут. Нечестно. Все? Хо-хо. Наш жеребец уже успел наделать дел, друзья мои. Так, я думаю, что нам нужно взять какую-нибудь новую барышню. Так, сортируем. Харизма. Ты у нас, да, харизматичная? Ты у нас, наверное, знаешь, иди сюда работай. А вот ты у нас пойдешь сюда со своей харизмой. У нас тут прям целый инкубаторный этот самый, получается, инкубаторий какой-то. Так, знаете, он такой один стоит себе, а мы к нему барышень возим. Привет, красавчик. Я хочу с тобой пообщаться.
Тебе нравится моя черная повязочка на волосах? Ты бы знал, что она значит. Но ты не знаешь. Да я и сама не знаю, почему я ее ношу. Кого бы нам с вами сейчас... Понимаете, сейчас нет смысла уже... Ну, конечно, ускоряться всегда есть смысл. Но у нас тут нет ничего связанного с ускорением. Активируемся. Хотя я только хотел сказать, что зря мы это делаем. Зря, потому что у нас с вами были проблемы с этим самым с ускорением. А учитывая, что у этих жителей по полжизни... Ну, уже чуть пол... О, восстановились, слава тебе, Господи. А что у вас со здоровьем? Давайте вообще посмотрим, что у кого со здоровьем. Памела отлично, Дженнет нормально, Глория... Вот Глория мне не нравится. Нашей Глории, получается, низковаты. Зато уже шестой... А, все? Уже хорошее состояние у тебя? Ну, я за тебя рада. Так, закрываемся. Воу, опять рат-тараканы. Так, мужчина. Мужчина, беги. Спасай женщин. Спасаем женщин и детей. Да что ж вы все кричите? Не бойтесь. Мужчина вас спасет. Спас. Эти танцевальщики... Слушайте, этой девочке реально нравится подглядывать. Она все время тут ходит, смотрит, как они флиртуют. Как это называется? Капец какой-то. Все, вернулась. Тебе тоже пора работать. Ты себе ходишь, втыкаешь, я так понимаю. Так, что у нас тут есть из более-менее выполнимого? Ну, оружие обрез. Прекрасно. А у тебя, случайно, же не обрез? Пневматика и пневматика. Печаль. А что у тебя? Пневмат. Пневмат. У тебя револьвер. У тебя хоть что-то есть? Винтовка. Пневмат. Ну, куда ты делся? Лазерная. То есть у нас обрезов нет вообще, друзья мои. Угу. А у мужчины то же самое. И у нее, я так понимаю, что то же самое. Ну, этот револьвер. Прекрасно. Блин, жалко, к нам люди не приходят. О, 15 крышек нашла. 15 крышек, это тоже всегда хорошо. Еда. Прекрасно, еды у нас достаточно. Йой-йой-йой-йой-йой. Таракашки. Таракашки, беги, помогай нам. Беги, спасай от тараканов. Только не умирайте, ребята. Бегом, бегом, ребятки. Перемочить надо этих всех паразитов. Еще тут жив. Давай, давай. Мочи тараканов, убивай. Вы справитесь, девочки. Слушайте, пол жизни у них осталось. Мне это совершенно не нравится. У них, конечно, говнооружие в этой компашке. Давайте, может быть, ей дадим... Блин, усиленное, ну... Смысла особо нет. Черт, они все ранены у нас уже. Зато у нас тут новый уровень. Как же плохо, друзья. Как же плохо. Состояние здоровья не улучшается вообще ни в какую. Знаете, что самое странное, что к нам реально не приходят люди? О, зато вот эти, я смотрю, уже готовы. Слушай, девочка, ну не смотри ты на них. Ну не смущай ты взрослых, пожалуйста. Новый уровень. Новый уровень, это здорово. Что там у нашей мадмуазельки? Получен урон 2. Дутень сильно жалит, пора бежать. О, танцюльки. Танцуем, танцуем. Классная музыка. Я так смотрю, что у нас этот товарищ, знаете, с черным таким вот завитком. Это же завиток вроде, да? У нас такой получается альфа-самец. Все девочки будут его. Ну, поцелуйтесь уже. Мы уже тут с ребятами, знаешь, как в кинотеатре сидим, смотрим. Ну, когда же они уже поцелуются? Девочка, ты ушла? Да, девочка ушла. Она не будет на этот разврат смотреть. Среди белого дня. Или же она сейчас вернется? Блин! Блин, ребят, ну вы такое видели. То есть только у них складываются отношения. У нас начинается пожар. Пипец какой. Люди! Ну, придите сюда кто-нибудь. Танцевать идете? О, танцуем. В грязной комнате мы танцуем. Сейчас еще ребенок. Ну, я же говорила. Сейчас придет и будет стоять смотреть. Вот смотрите. По-любому. О, смотрите. Как это называется?
Ну поцелуй ты ее уже давай. Зачем вы танцевали? Даже девочке стало скучно. Она разочаровалась и расстроилась. Я-то реально думала, что они сейчас прям дофлиртуются. Но нет. И сюда к нам никто не приходит. Знаете, это какой-то как тонкий троллинг со стороны игры. И еда есть. И электроэнергия. Пока что нам на все хватает. Я вот думаю, может нам что-то с вами достроить. У нас маловато электричества, хотя... Здесь можно было бы комнату. Я просто боюсь, что мы сейчас с вами все простроим, и к нам кто-нибудь придет. И это будет реально так тупо. Кстати, что у нас с нашей жительницей? Ну, здоровье еще есть, слава богу. Эти крутят. Ну, потанцуйте же снова. Ну, мы же ждем с ребятами. А когда ты рожать собираешься? Непонятно. И где наша девочка? Ребенок? О, девочка опять пришла. Ну, знаете, я думаю, что ей осталось пару часов такого игрового времени. Жилая комната. Что она там сказала? Я к вам близко не подойду. Первый выпуск Грогнака я не увидела. Блин. Печалька какая-то. Ну почему к нам никто не приходит? Вот вы мне объясните. Неужели у нас такое некрасивое убежище? Давайте, наверное, действительно построим кладовую. Может, без нее у нас ничего не получится. Вот здесь у нас будет кладовочка. Кладовые комнаты можно увеличивать максимальное количество... А, кладовые комнаты увеличивают максимальное количество костюмов и оружия. Да ладно, блин, спасибо. О, друзья мои. Вот у нас электричество начинает падать. Хм. Электроэнергии будет требоваться больше. Может, ускоримся? 43. Не варик. А если мы здесь будем ускоряться? 31. Что у вас по здоровью? Нормально. Давайте ускоримся. Надеюсь, получится. О, успех, прекрасно. Еще и денежки заработали. А вас никак ускорить тут нельзя? Чтобы вы там побыстрее пофлиртовали? То все, тыры-пыры. Они хотят и все. Я думаю, что под конец ролика я буду... Оу! Так, мадемуазель с большим стволом. Давай сюда. Будешь нам сейчас помогать. Пока она бежала, они уже успели и сами справиться. Блин, а я раскатала губу, думаю, блин, сейчас потанцуют. Быстро с вами справимся. Угу. Мечтай, мечтай, Дашулька. Что они быстро здесь справятся. Ну что вы мне скажете? Есть ли у вас смысл? Нет, больше ускорять этих я не хочу. Давайте ускоримся. Оу. Май гаш. Рат-тараканы. Рат-тараканы нападают. Рат-тараканы это плохо, ребятки. Вы сами видели, что они тут просто адово всех мочат. Вы видите, как у нас убывает здоровье быстро. Да блин, она вечно, знаете, такой как миссис Слоупок. Бежит, 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 бежит и не успевает. Хм. Мне не хватает еще одного жителя, чтобы мы смогли наших лечить и не особо париться. Это реально какое-то издевательство. Так, я вот хочу посмотреть, может нам с вами еще одну кладовую построить? Чтобы красиво было. О, смотрите, уже более-менее симпатично все выглядит. Правда... Электроэнергии у нас уже маловато. О, можем активировать. Передоз кофеина. Чувак, лучше тебе не употреблять только кофе на ночь. Что, извини, изюм закончился. Но у меня для тебя есть финик. Ну, наконец-то они стали снова флиртовать. Я уж думала, что в этой серии мы с вами не увидим, как они там дофлиртуются. Представляете, у нее есть финик. Она не может предложить ему изюм. Какие у нас тут страсти у людей? Сколько у нас что еще для ускорения? 54 много. Много, друзья мои, 41. И тут тоже, да, у нас 43. Многовато будет. Совсем многовато. Ммм, привет, моя булочка. Привет, мой пончичек. Слушай, ты,
Альфа-самец, ты как-то вот не очень хорошо, я смотрю, с девушками ладишь. Я-то реально думала, что ты у нас тут сегодня всех барышень сможешь привести в норму, а ты как-то так себе. Не особо хорошо справляешься. То у нас тут крыски бегают. Уровень у нас никто не повышает себе. Кстати, какой у нас максимальный? 7-й у Марка Дункана. Угу. Джин Росс. Слушайте, а у нас Джин-то неплохая была бы исследовательница. Если бы у нас с вами была лаборатория, которой у нас просто нет, потому что нет человека. И радиорубки нет. Блин, я расстроена. Мне просто не хватает одного человечка. Может, нам здесь ускориться? Давайте попробуем. О, супер. Ну, правда, маловато, мы что-то с вами денежек получили. Блин, жалко, никого реально нет. Я так на это рассчитывала. Что к нам кто-нибудь прибежит сегодня. Что мы сможем открыть новое здание. Причем, смотрите, у нас получается после того, как мы 14 жителей... Медпункт, лаборатория, кабинет смотрителя, только после 18 жителей. Мне кажется, совсем перегиб. Нас получается еще сейчас 13, 14 с беременной, 15. Но вот сейчас будем надеяться, что будет 16-я. Я бы очень хотела, чтобы она как можно быстрее уже забеременела. Ну давай, альфа-самец, пофлиртуй ты уже с ней нормально. Никто к нам не идет. Наше убежище вообще никому не нравится, наверное. Мы его столько строили. В итоге остались одни. Тут какие-то детские мелодии играют. Какая-то у вас водичка тоже не очень чистая. Но потанцуйте же вы, блин, уже. Не хотят, друзья мои. Просто не хотят. А я, честно говоря, рассчитываю на то, что они, ну, то все 5-10 потанцуют. И мы сможем еще одну беременную получить. Это бегает. 33 минуты уже бегает. Но нам нужно 2 часа, насколько я помню. О, да ладно, блин. Неужели? Пау-пау-пау. Неужели затанцевали? Я хочу дождаться, я хочу увидеть этот момент. Когда вы наконец-то уже созреете и отправитесь вон туда. Вон в ту комнатку. Где вы делаете... Опять ребенок пришел. Слушайте, по-моему... Девочка приезжает каждый раз, когда они начинают танцевать. Смотрите, серьезно. Они начинают свои эти самые танцы-шманцы. И она приходит и стоит и смотрит. Блин, ну это угарно выглядит. Она уходит себе, пошла погуляла по всему убежищу. А потом такая... О, наконец-то. Ура, друзья мои, у нас новая беременная. Еще один уровень у нашего жителя. Ну, вообще сегодня ништяк. То есть мы сегодня с вами смогли раз, два, три барышни заполучить. Три барышни беременные, отлично. Так, они сейчас там закончат свои любовные игры, и я хочу кого-нибудь еще отправить к нашему ловеласу. Так, харизма, да, нас интересует? Ребенка мы точно не будем отправлять. Дэниел. О, Дэниел будет следующее. Привет. Давай пофлиртуем сегодня с тобой. О-оу, друзья мои. Опять пожар. У нас тут одни беременные. Господи, никто не может защищать наше убежище. Быстрее, туши. Господи, пока она поднялась, пока она спустилась. Бегом давай. Твоя подруга одна не справится. Блин, где люди? Все людишки. Быстрее, быстрее, быстрее. Один огонечек остался. Ну. Есть. Все. Отлично. Так, мы тебя отправляем к мужчине. Вроде больше ничего не появляется, да? А эти барышни пусть идут, работают. Смотрите, ну никто не пришел. Обнаружено существо Дутень. Прикольно. Дутня обнаружили. Я смотрю, что ему рыженькие очень даже нравятся. Привет. Пообщаемся. Ну что, друзья, я думаю, что мы с вами будем подводить итог этой серии. Мы потихоньку расширяем наше убежище. Вот сегодня даже смогли построить нашу комнатку для хранения различных ништяков. И с вами наплодили кучу беременных. Странно, правда, звучит, наплодили кучу беременных. Но, по сути, у нас уже раз, два, три. Я надеюсь, что это будет 4-я беременная.
принципе, мы расширяемся. Я сейчас, наверное, верну нашу барышню. Давайте отозвать. Нет, не надо, мгновенно. Через 18 минут она вернется в наше убежище. В общем, друзья, я надеюсь, что вам понравилась эта серия. Не забывайте ставить лайк, если хотите больше Fallout Shelter на канале, если вы хотите больше роликов. И нажимайте на колокольчик возле подписки на канал, если вы не хотите пропустить ни одной новой серии. Большое спасибо, что были вместе со мной. Всем добра, удачи, встретимся в новых сериях. Пока-пока, друзья.